Это стало более горячим, горячей темой для осуждения за последний год-два. Мы видим больше интереса, мы видим более горячее обсуждение непосредственно зеленой экономики. 110 миллиардов долларов мы видели, да, этот бюджет. И мы видели также существование проблемы в более 25 миллиардов долларов. Это становится очень популярным. Это на самом деле происходит. И сегодня мы как раз-таки будем вести это обсуждение. Сегодня мы будем вести обсуждение с моей справа. Будем начинать слева направо. Виктор Колдоленко. Он региональный директор отдела услуг в области чистых технологий и устойчивого развития по странам Центральной Азии, Кавказа, Украины и Белоруссии. Так, и теперь Лейерт Кеган, управляющий директор, также сооснователь McCaffey Capital Partners. Екатерина Мирошник, директор, руководитель отдела развития России и Центральной Азии, ЕБРР, Банк развития. И следующий спикер Алмаз Чукин, управляющий партнер инвестиционной компании Визер Казахстан или Вайзер Казахстан. Далее Вернер Липах, генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии АБР. И, конечно же, Асель Нурахметова, директор департамента зеленых финансов администрации МФЦА. Добро пожаловать. Как бы я хотел поступить? Наверное, сейчас хотелось бы в первую очередь все-таки подчеркнуть, зачем нам нужно обращать внимание на зеленые финансы. И я думаю, давайте начнем с Лейерда. Можно, пожалуйста, открыть слайды? Мои слайды. Будьте добры, откройте. Нужно ли мне что-то сделать? Нет? Я, знаете, не вижу вот на верхнем экране. Не могли бы вы на проектор вывести? Благодарю. Я бы хотела вам предоставить такое вот, то есть дать представление о таких вот, значит, зеленых финансах на более глобальном уровне. Мы, знаете, немножко не по порядку идем со слайдами. Давайте посмотрим. Но все-таки, да. Так. Для стабильности развития планеты, то, о чем мы постоянно здесь ведем беседы, глобальные наши препятствия и проблемы, конечно, мы будем говорить о том, что энергия для нас очень важна. Мы говорить будем о зеленых финансах. Зеленые финансы и энергия – это, конечно, два основных аспекта. И, конечно, это мы можем видеть, что у нас загрязнение водных наших ресурсов, они ведут к уже уменьшению наших съестных, да, ресурсов. Немножко все-таки выходит, что мои слайды не по порядку идут. Мы видим, что наше население растет от миллиарда человек до сейчас. Мы уже видим, что 7 миллиардов человек на данный момент, и уже к 2000... Чуть позже наше население достигает 9 миллиардов человек. Изначально, конечно, у нас существовали какие-то, допустим, основные ресурсы, мы использовали это древесина, затем мы уже, конечно, перешли к углю и так далее, и так далее. Сейчас мы переходим к более усовершенствованным уравнениям. Все-таки смешанная у нас, как получается, колода слайдов вышла, не по порядку. Я не очень, конечно, рад, что слайды не по порядку. Вы здесь можете увидеть для себя
Здесь буквально история, да, то есть какие-то графы. Это уровневая стоимость энергии, как развитие технологии, как развитие солнечной энергии, энергии ветра. Нам дальше помогает это трансформировать в нашу традиционную энергию. Если мы можем смотреть вот как раз-таки по графику, 50-60 центов – это стоимость на 1 мегаватт по энергии ветра и солнца. И вы сейчас, конечно, видите, что у нас идет разница в стоимости. Далее, конечно, мы рассматриваем хранение солнечной энергии. Это просто обзор технологического прогресса именно в аспекте солнечной энергии. Когда-то это стоило $100 за 1 ватт. Сейчас мы очень близки к тому, что это будет всего лишь стоить 25 центов. Начиная с 2008 года у нас произошло очень большое изменение в данном ландшафте. И здесь, конечно, графики о непосредственно EV-силовых графиках. Вы видите, что здесь вот опять-таки можно наблюдать, что ежегодные затраты на разные двигатели отличаются. И затем смотрите, что 80% населения используют... Также здесь можно для себя из этого графика увидеть, что более стабильное развитие идет. В данный момент мы смотрим на текущее развитие. Здесь, конечно, Китай лидирует, затем это США, затем Индия и остальные рынки мира. Далее это хранение. Хранение, конечно, тоже очень важно, если мы говорим о энергии. Конечно, для нас рассматривается солнечная энергия как энергия будущего. Мы смотрим и на батареи, аккумуляторы, аккумулятор хранения энергии. Мы также пытаемся, наблюдаем снижение графика, которое в 2020 году даст нам сниженную стоимость. И затем, конечно... Люди на верхние слои населения как раз-таки могут наблюдать, что мы можем идти в этом направлении. 72% человек считают, что мы можем полностью перейти на возобновляемую энергию. И, конечно, на 2050 год 50% человек считают, что мы будем использовать в основном возобновляемую энергетику. Конечно же, это для себя, это в первую очередь говорит о том, что нам нужно будет инвестировать в возобновляемые ресурсы, и это, конечно, очень большие суммы, идет речь о больших суммах. Конечно, мы также должны понимать, что у нас нет планеты Б, то есть у нас существует единственная планета, мы должны, естественно, следить за охраной окружающей среды нашей планеты. Мы должны начинать это с данного случая, не 10 лет, не через 100 лет. Спасибо большое. Сейчас, видите, поднимается вопрос о том, как мы будем переходить к финансированию. Конечно, сейчас есть финансирование, сейчас мы говорим о зеленых финансах. Как мы будем переходить к зеленым финансам? Я хотела бы переговорить с Асель как раз-таки. Асель, не могли бы вы сказать нам, что происходит в Казахстане? Как сейчас в Казахстане, допустим, ФНЦА для себя видит зеленое финансирование? Спасибо большое, Алан. Спасибо большое, Лэрд, за данную презентацию. Конечно, хотелось бы отметить, что по Парижскому соглашению Казахстан также имеет свои задачи. Мы... 3% будут у нас возобновляемых ресурсов на 2020 год. У нас, конечно, существуют наши ресурсы, которые нам позволят далее перейти к возобновляемой энергетике, что дальше будет помогать нам развивать Казахстан будущего.
Спасибо. Мы видим, что у нас идет развитие в зеленой энергетике, именно это финансирование в возобновляемую энергетику. Это для нас является одним из самых крупных секторов нашей экономики. То есть та часть экономики, которая как раз-таки нуждается в зеленых финансах, то есть в зеленом финансировании. И в данный момент уже ведется очень хорошая работа по сбору сведений, по сбору секторальных отчетов. К 2030 году вы видите, что где-то 40 миллиардов долларов было инвестировано, далее уже 80 миллиардов долларов, и в прошлом году это было более 100 миллиардов долларов. Вы видите, что в данный момент финансирование возобновляемых ресурсов или финансы зеленые выросли в два раза. Конечно, в Казахстане это все должно быть... Все это должно быть, конечно, развиваться в Казахстане. Мы должны проводить уже базовую работу на территории Казахстана, в Казахстане. И также мы, исходя из этих соглашений, мы, конечно, вывели и политику. Основная мысль, конечно, в том, что в ноябре этого года мы для Астанинского международного формы, которая будет использоваться для финансирования зеленых проектов, например, зеленые облигации для ВИА. Хотелось бы также сказать, что зеленые проекты, которые можно назвать зелеными, поскольку они финансируются за счет зеленых облигаций, будут касаться не только ВИА. Это первая вещь, конечно, ВИА, потом энергоэффективность, сохранение экосистемы, устойчивое управление экосистемами, управление водными ресурсами и вопрос адаптации к изменению климата. И сейчас идет обсуждение в Евросоюзе по созданию общей таксономии по зеленому финансированию. Это означает, что каждая страна будет принимать, иметь одинаковые стандарты касательно того, что мы считаем зеленым, что нет. Например, в некоторых странах есть и другие проекты, которые тоже называются зелеными, которые тоже финансируются за счет зеленых облигаций в западном, которые не могут быть приняты и признаны в Западной Европе. Но к концу этого года мы хотим создать свой финансовый центр для того, чтобы продвигать зеленые финансовые инструменты, не только разрабатывать эти инструменты, но и руководство по их реализации для всех стейкхолдеров. И в первую очередь, конечно, для коммерческих банков, финансовых институтов. И мы думаем, что основная часть продвижения зеленых облигаций, финансирования состоит в наращивании потенциала, поэтому мы проводим тренинг для специалистов. Мы также хотим организовать международную глобальную работу по зеленому финансированию и не только решать вопросы, связанные с зелеными облигациями, но и вопросы, которые касаются инвесторов, андеррайтеров и всех, кто участвует в продвижении зеленых финансов. И это все. И что касается презентации, то мне хотелось бы сказать, что в следующие 10 лет нужны будут десятки триллионов долларов США, но сейчас государственная поддержка покрывает только 15% этой суммы, и поэтому нам нужно, чтобы частный сектор тоже был серьезно вовлечен в финансирование зеленых проектов. Спасибо. А
Ну, мы немножко услышали про ВИА, мы услышали про то, что делается в этом отношении в Казахстане, но есть и другие вопросы. Например, Виктор, какой процесс должен соблюдаться потенциальными заемщиками в отношении этих вопросов? Пока слайды открываются, я, наверное, начну, потому что у меня есть пара слайдов, которые уже были упомянуты касательно того, что такое зеленые облигации, какие объемы финансирования требуются для них. Откройте слайды, пожалуйста. Я вижу, что перевод идет синхронный, и поэтому я лучше на русском буду говорить. То есть мы уже, в принципе, мои предыдущие коллеги сказали, что это такое, с чем это едят, откуда растут ноги. Просто, наверное, с моей стороны один маленький комментарий, да, что как минимум для того, чтобы профинансировать те вещи, к которым Казахстан присоединился, ну, например, Парижское соглашение, да, и те обязательства, которые Казахстан на себя взял с точки зрения изменения климата, понадобятся большие деньги. Да? В мире Международное энергетическое агентство прогнозирует, что на то, чтобы как минимум замедлить изменение климата, ежегодных инвестиций понадобится больше триллиона долларов. Гигантские деньги. Без рынка капиталов тут вообще никак не обойтись. Эти деньги с воздуха не возьмутся. Да? И на рынке капиталов для того, чтобы финансировать эти вещи, как раз вот долговой рынок, он, наверное, даже более применим, потому что он как минимум больше, чем обычный фондовый. Да? А зеленые облигации – это как раз долговой инструмент для того, чтобы финансировать зеленые или чистые проекты, клинтек так называемые. Собственно, про объем, наверное, уже говорилось, не буду останавливаться. Просто этот рынок растет, да? От 30 до 50% в год. Поэтому я перейду сразу к вопросу, который мне задали. То есть регулирование и процесс выпуска, да, то есть как вообще в принципе эмитенту зеленую облигацию выпустить, да, чтобы она появилась в мире. То есть в принципе сейчас в мире таких вот руководящих, не знаю как их называть, руководство, framework, standard или еще как-либо, основных два. Это так называемые green bond principles или принципы зеленых облигаций. И более детализированный, более серьезный, уже превратившийся в принципе в стандарт, это Climate Bond Standard, который выпускает и поддерживает Climate Bond Initiative. Да? Соответственно, если вот поговорить про каждый из них, подход к тому, как эмитенту выпустить эту ценную бумагу, он очень похож. У меня есть здесь слайды по поводу истории, то есть примерно с 2014 года начиналось развитие Green Bond Principles, да, вот как такого общего руководства, которое хоть как-то пытается систематизировать этот процесс. И то это, в принципе, добровольные вещи. Да? Но если брать вот более, скажем так, извиняюсь, менее детализированный, более общий документ Green Bond Principles, то есть в соответствии с ним эмитент, чтобы выпустить зеленую облигацию по этим принципам, он должен прежде всего обозначить критерии так называемого зеленого проекта и цели, да, то есть ради чего этот проект запускается. Критерии имеются в виду, это фактически вот признаки, по которым можно будет сказать, что данный проект зеленый. Что значит зеленый? Он способствует снижению негативного влияния на природу, или он способствует, ну или одновременно, тому, чтобы выполнялись климатические обязательства, да, чтобы меньше были выбросы углеродных газов, парниковых газов, извините. Дальше. Используя эти критерии, эмитент должен фактически определить процесс, объяснить, как у него этот процесс работает, для оценки и отбора проектов. То есть он объясняет, что беря вот эти критерии, мы вот таким образом проект, который мы хотим профинансировать, выделили. Да, вот как этот проект будет устроен. Вот куда мы собираемся пустить деньги, привлеченные под эту выпущенную облигацию. Вот каким образом это будет производиться. Далее, эмитент должен быть готовым к моменту выпуска облигации, иметь у себя систему или процесс мониторинга того, как будут использоваться эти деньги, привлеченные под эту ценную бумагу. Здесь, в принципе, одно из важнейших условий, и оно есть как в Climate Bond Principles, так и в Climate Bond Standard. Важнейшее условие в том, что целевое назначение средств.
Да, то есть деньги, привлеченные под эту ценную бумагу, под зеленую облигацию, они должны идти на те проекты или на тот проект, или на ту конкретную инициативу, которая будет прописана, собственно, в документах к этой облигации, да, и сугубо финансировать ее. То есть нельзя привлечь по зеленой облигации деньги, ну, например, на строительство, не знаю, ветряной электростанции, и частью этих денег рефинансировать какой-то из своих предыдущих кредитов, если он не имеет отношения к зеленым проектам. Ну, естественно, четвертое – это то, что эмитент должен будет на ежегодной основе отчитываться тем или иным способом о том, как двигается проект, насколько соблюдаются в нем те положения, которые будут заложены в начале с точки зрения экологии и социальных влияний этого проекта, как используются деньги и, в принципе, как постепенно они расходуются. Climate Bond Principles рекомендуют, это не является обязательным, чтобы было какое-то внешнее подтверждение по таким бумагам. Да, их вот есть три варианта, они на слайде здесь перечислены. То есть начиная от малого, когда привлекается какой-то консультант, который посмотрит, посоветует, насколько здесь соответствует принципам, насколько не соответствует, где в процессе что-то надо поменять, в системах и так далее. Может проводиться аудит. Причем здесь по желанию эмитента отчет может быть публичным, может быть не публичным. И может производиться так называемая сертификация третьей стороной, когда проводится полноценная проверка соответствия Green Bond Principles, и отчет обязательно является публичным. Если говорить о более строгом документе, более строгом руководстве, более детализированном, Climate Bond Standards, он более новый, то есть в 2014 году вышла первая версия, в 2015 вышла версия номер 2. В чем здесь смысл? То есть процесс, он примерно похожий. Суть примерно похожа. Сам по себе документ, он гораздо более детализирован. Например, в нем есть конкретные отраслевые приложения, описывающие специфику выпуска зеленых облигаций для конкретной сферы. Вот в левой колонке на слайде перечислены те сферы, для которых уже выпущены эти отраслевые приложения. Да, водная инфраструктура, солнечная, ветровая энергетика, низкоуглеродные здания, низкоуглеродный транспорт, геотермальная энергия, морская возобновляемая энергетика. Справа те сферы, по которым готовятся отраслевые приложения. То есть еще раз, что эти отраслевые приложения содержат? Они в себе содержат специфику того, каким образом нужно классифицировать проект для выпуска зеленых облигаций, для финансирования проекта посредством зеленых облигаций в этих сферах и каков там процесс. Основное, пожалуй, ну, основная такая вот фишка, назовем это так, Climate Bond Standard, да, и вообще выпуска зеленой облигации по Climate Bond Standard, в том, что здесь, ну, все достаточно стандартизировано. То есть выпуск облигаций по этому стандарту, он сертифицируется. То есть фактически процесс устроен, еще раз, как я говорил, похожим образом, как при более, скажем так, более общем Climate Bond Principles. Эмитент номинирует проект. То есть он четко определяет и раскрывает, описывает, в чем суть проекта, какие активы собирается профинансировать с помощью облигации, почему он считает, что этот проект зеленый, в чем именно идет соблюдение Climate Bond Standard и какие экологические и социальные цели, собственно, ради чего этот проект делается. Далее он объясняет, что в данном проекте будет тем или иным образом отсутствовать негативное воздействие на природу и на общество, или если будут какие-то экологические и социальные impacts, да, то какие, и как с ними будут бороться в процессе реализации проекта. Дальше, внешняя независимая сторона, третья, проводит верификацию. Фактически весь пакет документов к данной облигации проверяется. Проверяется соответствие Climate Bond Standards. Проверяется, что проект действительно зеленый, что он действительно соответствует тем критериям, которые прописаны в стандарте, которые заявил эмитент. И выдается отчет верификационный. И вот этот верификационный отчет уже отправляется в Climate Bond Initiative, и она на его основании выдает сертификат. Тогда эта зеленая облигация, она является международно сертифицированной. Да, то есть это подтвержденный документ. Например, в том же Китае, который сейчас наиболее развитый рынок в мире по зеленым бондам, там государство сделало, в принципе, всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы, не ожидая, пока в остальном мире будут приняты всякие руководства, стандарты и так далее, у них этот рынок полностью работал. То есть, чтобы банк мог чтобы эмитент мог выпустить такую сертифицированную бумагу, чтобы банк мог ее взять в залог, чтобы она могла обращаться на бирже,
чтобы ее можно было покупать на вторичном рынке, а не только на первичном, чтобы работала система верификаторов и аудиторов, и работала система консультантов, которые помогают эти бумаги выпустить. То есть у них полноценный замкнутый рынок, который прекрасно работает, и в нем крутятся огромнейшие деньги. После того, как этот сертификат выпущен, эмитент, соответственно, как минимум на ежегодной основе отчитывается о том, как он использует привлеченные по этой бумаге средства, куда они идут, какой эффект они дали, как идет реализация проекта. Очень важный параметр, если не совсем соблюдается план финансирования, ну, утрированный пример, нужно было потратить из привлеченных средств за год $1 млн на проект, а эмитент потратил 800 тысяч. Где еще 200? То есть если это временно свободные средства, если они были куда-то проинвестированы, ну, например, положены на депозит, об этом обязательно надо отчитаться. И очень важно, чтобы эмитент отчитался, и аудитор проверил, что эти средства не пошли на, ну, скажем так, грязный проект, не зеленый проект. Да? И, соответственно, эта отчетность ежегодно подтверждается. Важная штука, если таким образом вот после выпуска сертификата облигация становится не соответствующей стандарту, эмитент обязательно об этом должен сообщить в Climate Bond Initiative, да, чтобы была сделана перепроверка. В принципе, по поводу процесса это все, что я хотел сказать. Пожалуй, в качестве заключения, то есть сама по себе такая зеленая облигация, она принципиально не отличается от другой облигации какой-либо, это долговой инструмент. Просто добавляются дополнительные, простите за сленг, фишечки, да, то есть целевое использование средств на зеленый, на чистый проект. Это хороший, удобный инструмент для таких международных инвесторов, как, вот, например, EBRD, ADB, World Bank и прочие уважаемые структуры, которые находятся здесь рядом со мной, потому что он целевой, процесс есть, стандарт есть, документ и инструмент верифицируемый и сертифицированный. Спасибо. Great, thank you. Thank you very much for that. Now, so we have now touched on a couple of issues, and one word that's come up a couple of times is compliance. So now I want to talk to some of the people on the panel who are investors, and in one case, an issuer as well. So first of all, let's talk to Werner. You're an investor on green bonds. Tell us a little bit about your experience in it so far, and where, if anywhere, you've had any issues with compliance or not, on the green side. Thanks. As you know, Asian Development Bank is an international organization like the World Bank. We do invest in bonds, but primarily we also invest in projects directly. So there's two avenues of investment for us. And so investments in bonds is through our treasury operations. Инвестиции рассматривают разные аспекты и механизмы по смягчению рисков. Инвестиции в облигации, конечно же, подвергаются аудиту всех критериев тщательному. Если инвестор в проект должен тщательно изучить эти аспекты в отношении проекта, мы смотрим, какие выбросы парниковых газов будут инициироваться программой. То есть это очень детальная оценка, и специализированный отдел и все это рассматривает, ибо если мы определяем, что этот проект зеленый и стандартный, до того, как вы еще будете инвестировать, да, совершенно верно. Ну, давайте скажем следующим образом. Мы инвестировали в энергетические проекты, а не в зеленые. Но вопрос в том, являются ли энергетические проекты и подходят ли они под зеленые. И вообще, какова сторона по капиталу здесь в их отношении? У нас есть банки обязательства, что каждый раз мы будем инвестировать 6 миллионов долларов в такие зеленые проекты. Если мы, например, инвестируем в городскую транспортную систему, которая энергоэффективная, она тоже может квалифицироваться как зеленый проект. Но, в принципе, конечно же, у нас в основном опыт связан с сектором энергетики. Кроме того, мы порядка 20
миллиардов долларов инвестируем в зеленые проекты. Когда мы инвестируем в зеленые проекты, и самое главное, чтобы можно было мобилизировать дополнительные финансы, которые будут значительно дешевыми. У нас есть соглашение с климатическим фондом, с другими финансовыми организациями. Если мы инвестируем в проекты, мы все-таки имеем дело с мягким финансированием, а это очень важно, потому что если вы смотрите на рынке, мы, конечно, оценили спрос для финансирования по изменению климата где-то 220 миллиардов долларов ежегодной суммы, которая необходима. Мы рассматриваем также проекты по энергетике, и мы смотрим, есть ли у нас достаточно ли этих денег. И вопрос, конечно, может быть, не столько даже в том, насколько этот проект зеленый или нет, а в том, насколько он нужен. Если, например, вы согласовали эти проекты, конечно же, эти проекты в основном бывают очень дорогими. Технологии, конечно, уже приходят, но в Казахстане, конечно, Казахстан взял на себя обязательство, что к 2020 году 3% вы достигнете сокращения выбросов. Но я думаю, что мы сейчас еще не выполняем это. Мы инвестируем в проекты в Казахстане на ветровые и так дальше, но опять же есть и другие вопросы, которые связаны с тем, что нет что здесь дешевое электричество, и поэтому ветровым проектам очень сложно конкурировать с ними. Поэтому инвесторы, которые смотрят на то, что проект это очень интересный, но экономика от нее не очень выгодная, поэтому помимо того, что должна быть квалификация на соответствие зеленому проекту, все-таки должна быть такая жизнеспособная экономика этого проекта. Иметь просто хороший проект этого недостаточно, потому что мы стараемся обсуждать этот вопрос с правительством. Если вы хотите что-то изменить, вам надо все-таки, наверное, рассматривать энергетические проекты, и потребители должны быть готовы платить за какие-то новые проекты. Если вы хотите, чтобы было зеленое финансирование, значит, нужно не только смотреть на проекты и их соответствие на предмет зелености, но надо смотреть в более широком аспекте. И над этим как раз мы работаем. Мы предоставляем не только деньги, но я как раз хотел к этому привести. Алмаз, хотел бы вам вопрос адресовать. Как вы считаете, вы думаете, это для вас проблема, когда вы проводите свои инвестиции, когда ваш банк на самом деле проводит прямые инвестиции? Это как бы является ли именно проблемой для вас устойчивость к условиям, как бы приемлемы ли сами по себе эти инвестиции. И затем, конечно, хотелось бы посмотреть на, естественно, угольный сектор. Как вы считаете? У меня также есть, знаете, пару слайдов. Я думаю, что как раз эти слайды и ответили бы на ваши вопросы. Будьте добры, включите мои, пожалуйста, слайды. Выведите на экран. Спасибо большое. Сначала хотелось бы сказать пару вопросов о том, что мы работали как раз по советских странах, в Евразии в целом стране. Конечно, у нас Центральная Евразия является одним из самых приоритетных рынков для нас. Мы международная организация, очень похожа на ADB-компанию. Но у нас немножко, конечно, география отличается. Если мы говорим о зеленом финансировании, конечно, это за последние 11 лет мы уже осуществили более 5000 проектов. Конечно, в основном это в Европе. Если мы будем смотреть, это, конечно, было сделано в основном в долговые рассрочки. Ну, а если мы будем говорить о наших зеленых облигациях, их, конечно, с ними чуть поменьше. Конечно, передо мной уже спикеры об этом говорили. Конечно, существуют определенные преимущества использования зеленых облигаций. Некоторые инвесторы будут
более чем рады инвестировать именно в зеленые проекты, а некоторые, конечно, сами проектные компании, клиенты на самом деле не до конца понимают, что такое зеленый проект. Они, это как раз становится для нас критичным. Что можно назвать зеленым проектом и что мы не можем назвать зеленым проектом. Виктор уже говорил, и ADB уже было озвучено, что самое важное для нас – это вот именно понимание зеленого проекта. Что является обширным понятием зеленого проекта? Конечно, эти проекты должны быть очень чистыми, как и говорилось, очень прозрачными. То есть, конечно, и сама сертификация проектов очень важна. Это как раз-таки вот эти вопросы, и о них необходимо отчитываться. Сам процесс, и как раз существует 5 шагов. Вам нужно определить критерии, затем вы должны выбрать... Также вы должны постараться сделать полностью весь процесс более прозрачным. И, естественно, уже следует далее выпуск зеленых облигаций. Во многих странах и многие клиенты более чем были бы рады выпустить зеленые облигации, но вы должны смотреть на их непосредственные проекты. Вы, естественно, в первую очередь должны проверить, насколько они квалификационно нам подходят, насколько они сертифицированы верно. И, конечно, как идет отчетность об этих проектах. И выпускающей стороны, и инвестиционной стороны хотели бы сказать, что мы 43% проекта, которые были квалифицированы как зеленые проекты, также у нас существует очень много проектов, связанных с климатическими условиями, и также, конечно, стабильные наши ресурсы, такие как вода, нерациональный расход воды. И по этим слайдам следующим вы также можете для себя отметить, что за портфолио было в данный момент существует по нашим зеленым инвестициям. В данный момент 2 миллиарда – это, естественно, наши зеленые облигации, и это, опять-таки, наше портфолио по зеленым инвестициям. Каждые 10 лет мы смотрим усредненные цифры, это чуть более 12% роста, и в 2017 году это более 500 миллионов долларов США. И на этом слайде вы, конечно, можете для себя увидеть географию инвестиционных вложений. Это в основном США, это в основном Великобритания, конечно. И затем вы можете видеть, что они в основном идут от центральных банков, от основные инвесторы, они, конечно, являются различные фонды и банки. Затем, конечно, мы должны отчитываться, всегда отчитываться о деятельности совершенной, о инвестициях, о том, что было получено. Это в первую очередь необходимо для зеленых облигаций, для получателей зеленых облигаций. И также, конечно, мы выпускаем на ежегодной основе вот эти отчеты о тех каких-то сокращениях и издержках, которые проходят во время этих проектов. Затем хотелось бы также отметить, что вся эта информация очень важна для инвесторов. Эта информация может быть как раз-таки использована для того, чтобы определить, насколько это жизнеспособно. Как раз-таки сейчас хотелось бы здесь тут отметить и США. США в данный момент как раз снижают финансирование свое. Инвесторы, конечно, будут всегда задаваться вопросом, насколько зелеными являются эти облигации. Вы считаете это проблемой? Последние пару лет, конечно, да, немножко были проблемы, да, скажем, с этим моментом. То есть некоторые были названы проекты зелеными, на самом деле они не очень были до конца зелеными. Есть такое, что, конечно, происходит, вот такие тенденции наблюдаются, но иногда это, конечно, акционеры этих компаний. Для нас это, конечно, очень важно. Мы также инвестируем в зеленые облигации. Здесь есть слайд.
Вот как раз-таки это одно из сооружений энергетики. У нас очень много приходит запросов от клиентов для того, для оказания помощи им как раз адаптация этих зеленых облигаций для пояснения целесообразности и конкретно каким образом можно квалифицироваться для того, чтобы определить действительно зеленость этих облигаций или проекта. В первую очередь мы, конечно, должны проводить подготовку, которая занимает пару месяцев. Затем нужно, конечно, сертифицироваться и уже сертифицировать сами облигации. И это очень критично, и это очень важно для нас. Алмаз, у вас также было очень строгое мнение по поводу как раз-таки зеленого финансирования. Хотели бы вы поговорить об этом? Я постараюсь немножко поиграть, конечно, с дьяволом. Просто хочу три момента поднять, в общем, которые мы в Казахстане испытываем по поводу зеленой энергетики. Ну, понятно, что никаких зеленых бондов у нас пока нету. И на самом деле дискурс, который происходит часто, это мне постоянно приходится доказывать, что люди считают, что зеленая энергетика, во-первых, дорогая, во-вторых, ненадежная. И зачем она нам нужна, если у нас самый дешевый в мире уголь, если у нас там запасы нефти, газа и всего прочего. И не все, наверное, знают, что сейчас в силу того, что кризиса 2008-2009 года и замороженных цен на электричество, у нас третье снизу по цене электричество в мире вообще. То есть дешевле нас только Украина и Киргизстан вообще. Оптовые цены были заморожены в 8 тенге, то есть где-то там около 2 центов. Если вы посмотрите таблицу с розничными ценами, допустим, конечно, оптовый и розничный немного разные вещи, ну, делите на 2 примерно, то вот рекордсмен Германия 33 евро, там, цента это, и там Индия недалеко, там где-то от нас, в районе 6-8 только. Вот, то есть это первая проблема. И я считаю, что можно следующий слайд. Да. Прежде чем говорить об эффективном энергетике зеленой, надо говорить об эффективном финансировании зеленой энергетики. И в этом плане я двумя руками за зеленые бонды. Опять же, возвращаясь к Казахстану, вопрос, кто их покупать будет, да? В Казахстане у населения сбережений особых нет, чтобы финансировать зеленую энергетику. У корпораций сбережений особо нет юридических лиц. Единственные деньги есть только у нацфонда. Золотые резервы у Нацбанка мы не имеем права трогать. Да? Нацфонд пока никто не разрешил распечатать на эти цели. Вообще, да? Нам нужны деньги от 8 до 12 лет, срок окупаемости энергетических проектов. Таких денег тоже нету. Нам нужны проектные финансирования, так называемые. Коммерческие банки с проектным финансированием сразу закрывают двери и говорят, закройте дверь с той стороны. Вообще, да? У нас нет ни длинных денег, ни проектного финансирования. Мы не занимаемся, мы занимаемся коммерческим кредитованием. Если у вас уже есть 50 мегаватт, мы вам дадим деньги еще на 50. А если у вас ничего нету, тогда до свидания. Поэтому здесь немного такой вопрос курица и яйцо. И поэтому мы с трудом наш проект сумели... Постучу по дереву, еще осталось недели две до окончательного подписания. Но это у нас заняло 7 лет, и нам пришлось найти китайских инвесторов, которые достаточно терпимы ко всем рискам, ко всем этим прочим вещам. Поэтому я только хочу выразить благодарность вот международным финансовым организациям, ADB, EBRD, потому что они выступают все-таки как некий передаточный механизм. Если в Америке, в Европе есть финансовые ресурсы, которые готовы вкладывать в социально там ответственные проекты. Вот без них вообще бы эти деньги сюда никак не попали. Вот, да? Сейчас получается, что EBRD, ADB, там, другие международные финансовые институты, они могут аккумулировать эти деньги и могут как-то участвовать в проектах. И, в общем-то, все проекты в Казахстане до сих пор крупные сделаны либо на государственные деньги, либо на деньги EBRD. Других нет просто. Мы будем первыми, более-менее частным там.
Поэтому я просто призываю участников панели, всех уважаемых, все знают, как это все делать, вот как это до Казахстана довести, было бы еще лучше. На самом деле есть такое ощущение, что действительно это сложно провести в Казахстане. У нас есть, конечно, разные вот эти организации проводят на долгосрочной основе финансирование, но опять-таки это нужно смотреть, и мы можем говорить о том, насколько это целесообразно и как мы можем дальше поддерживать. И в принципе мы с вами согласны, что региональные банки, у них нет, конечно, таких долгосрочных фондов, и они не совсем вполне способны выдать нам. Это не вопрос не адресован не то, что вам. Министерство финансов каждые 3 года они будут проводить аукцион на 1 гигабайт энергии, 1 гигаватт энергии. И кто финансирует эти проекты? Я не думаю, что вы готовы дать 1,3 миллиардов. Если сейчас посчитать, то Казахстан может выдать солнечной энергии на 1,3 гигаватт. Это получается, что $1,5 триллиона. Мы готовы финансировать $1 миллиард в эти секторы. В Казахстане это где-то 70 миллионов евро. Нет, на самом деле это не евро, это США, это доллары США. У нас на самом деле нет лимитов, но исторически так сложилось, что мы где-то всегда инвестируем 1 миллиард, либо чуть больше 1 миллиарда. То есть у нас нет какого-то процентажа на каждую страну. Мы работаем больше с проектом. Конечно, это должен быть в первую очередь банк, у которого существует конкретная структура. И затем, конечно, допустим, мы смотрим и на местную валюту, допустим, в данном случае это тенге. Если проекты, конечно, всегда готовы, данные проекты зеленые могут всегда найти инвесторов в лице международных организационных фондов, которые будут готовы как раз-таки предоставить долгосрочное финансирование данным проектам. Если вам нужно, как раз-таки, какое мнение у ADB по этому поводу? Какое-то мнение о ADB. Я согласен с вами. Если у вас есть и существует хороший проект, я думаю, что... То есть вы, на самом деле, уже это озвучили. Это экономика самого проекта. Это является большой проблемой здесь, в Казахстане. Мы, конечно, пытаемся. Сейчас сколько? $500-700 тысяч США пытаемся мы вкладывать в проекты Казахстана, но все-таки препятствием является тот факт, что проекты, то есть экономика этих проектов, она всегда аналогична. Вам, конечно, в первую очередь нужно смотреть на реформу в тарификации, и, конечно, может быть, вам будет необходимо посмотреть на местную валюту. Здесь, на самом деле, существует очень много способностей, возможностей на территории Казахстана, и потенциал Казахстана на самом деле невероятен в аспекте развития возобновляемых ресурсов. Если смотреть с технологической точки зрения, это тоже очень интересно. Но на самом деле это не происходит так часто. Возможно, это как раз-таки связано с экономикой, с какими-то регуляторами экономики. Я думаю, что это, конечно, в первую очередь должно здесь и представительство правительства также сюда включаться более активно. И, конечно, у нас должен быть какой-то план по загрязнению окружающей среды. Я думаю, что это не только дальше финансовая стоимость, это еще и экологическая стоимость. Мы должны, конечно, каким-то образом постараться откинуть в сторону вот эти неэффективные планы и где-то и стараться имплементировать более подходящие нам планы. И я думаю, что это как раз может помочь нам расширить этот рынок или развивать этот рынок.
разные другие инвесторы, и EIB, и другие инвесторы более чем будут рады здесь инвестировать. И также я думаю, здесь не хватает человека, как раз Министерства охраны окружающей среды, чтобы как-то адресовать вот эти вопросы, да, чтобы как-то ответить, может быть. Я хотел бы немножко здесь даже поддержать высказанное все высказанное нашими спикерами. У нас существует здесь специальная платформа, у нас есть на самом деле очень хорошие проекты. Если эти проекты, конечно, инвестируемы, конечно, мы можем провести какие-то обсуждения с европейскими, с китайскими банками. Они, как уже было сказано, 500 миллионов долларов инвестировали, если я не ошибаюсь, в один из проектов. Спасибо большое. И если можно, я хотела бы немножко все-таки чуть рассказать о том, что 5-6 лет назад на инфраструктурный проект была также инвестирована большая сумма. Этот фонд, из этого фонда 30% должны были быть инвестированы в Казахстан, но так вышло, что мы не смогли себе найти банк-партнер. То есть вот такие существуют также у нас моменты. Я бы хотел прокомментировать таким образом. Я уже говорил о примере Китая. Китай не ждал целого мира. Они решили начать. И они решили начать именно со своей стороны, начиная с их инфраструктуры, так, чтобы все-таки какое-то развитие шло. Конечно, они понимали, что некоторые инструментарии будет не совсем уместен в использовании в Китае. Есть какие-то другие инструменты, которые будут нам стоить менее дорого. И первый шаг – это, конечно, и самый важный шаг, и самый сложный шаг – это первый. И будем надеяться, что мы когда-нибудь, допустим, в июле, это получится у нас запустить этот проект, где мы сможем дальше вести обмен акциями, где мы сможем более четко просмотреть наши как раз-таки законодательные нормы на этом. Так как я понимаю, что это очень сложно создавать или изменять все эти уже устоявшиеся наши структуры на пространстве целой страны. Статистика показывает, что основной сектор, который получает зеленые финансы, тут нужно понять, почему Казахстан не использует этого возможность, почему Казахстан должен терять такую возможность, почему бы не инвестировать, да, даже если это касается угольного сектора и нашего нефтяного сектора. Я базируюсь в Калифорнии, я хотела бы сказать, что вот пару моментов о Соединенных Штатах Америки. Это очень правдиво, что правительство должно, конечно, в первую очередь создать более соответствующее законодательство. Конечно, это очень усложненная ситуация для внедрения вот этих новых технологий, возобновляемой энергии. Конечно, и солнечная энергия, и ветряная энергия нуждаются в очень большом внесении финансирования. Но, конечно, у нас выходит, что не всегда хватает линий передач. Опять-таки, у нас и население распределено не совсем равномерно. То есть выходит, что если из Калифорнии мы должны протягивать очень большое количество линий передач, это для нас это тысячи миль. Мы, конечно, должны централизовать субсидии, потому что выходит так, что некоторые субсидии уходят в другом направлении. Так как вы знаете, Дональд Трамп не так фокусируется на возобновляемой энергетике, он больше смотрит на нашу уже традиционную энергетику. И мы на самом деле пытаемся внедрить очень много разных моментов. Мы стараемся вводить и в данный момент уже самые высокие налоги на природный газ. И, конечно, другим моментом является технология. Технология, конечно, в первую очередь повышает стоимость солнечной энергетики, и солнечной энергии и ветряной энергии. Мы, конечно,
должны понимать, что мы не можем вносить слишком много возобновляемой энергии одновременно или единовременно на 100% основе. Мы, конечно, смотрим тоже, что и надеемся, что в течение 5 лет мы сможем развить эту технологию, энергию. Это для нас как святой Грааль. Я думаю, что как раз было бы хорошо закончить на том месте, где мы и начали. И как раз было бы хорошо спросить аудиторию, есть ли у вас вопросы как раз по возобновляемой энергии. Будьте добры, говорите в микрофон. Меня зовут Если хотите на казахском, английском, меня зовут Батырхан. Я представляю малый бизнес в Астане, в Казахстане. Хотелось задать несколько вопросов по инвестициям. Поскольку мы с вами обсуждаем большие объемы инвестиций в триллионах на крупные проекты Казахстана, существуют ли какие-то положения в отношении малого бизнеса, на малые объемы для малого бизнеса? Есть ли какие-то программы, которые разрабатываются? Есть ли какие-то альтернативы для нас, чтобы мы могли развиваться как малые компании? Например, мы производим пластмассовые упаковки для продукции, но сейчас же нам нужна поддержка, инвестиции, может быть, от зарубежных банков на расширение нашего бизнеса. Тогда вы говорите, есть ли какие-то ограничения по размеру проекта, да? Но есть ли какая-то поддержка для небольших проектов, вот как, таких как наш проект? Конечно, это было бы очень хорошо для Казахстана и для будущего. Есть ли какие-то программы для малого бизнеса, которые бы также могли помочь и вот конкретно нашему проекту? Но, может быть, кто-то скажет, Даулет? Я могу начать отвечать на этот вопрос. Мы рассматриваем многие вещи, и ко мне часто подходят инвесторы и говорят, ну вот смотрите-ка, у меня есть гидропроект, я бы хотел замутить проект с биомассой. Но такие организации, как КБР и Европейский банк развития и реконструкции, конечно, просят, чтобы обеспечивались затратно-эффективные проекты. Все, что меньше 10 миллионов, для нас неэффективно. Но нам бы хотелось, конечно же, развить программу зеленого финансирования, потому что на местном уровне тоже нужно делать это, потому что местные банки тоже должны попытаться делать что-то. Мы, конечно, рады были бы делать такие эффективные зеленые проекты, но просто надо обсуждать со сторонами. Я вижу, здесь есть возможности для международных организаций типа нашей. Конечно, это не столь привлекательно. И, может быть, вы уже подходили к банкам местным, и они не очень-то горели желанием помочь вам, да, но все-таки, если посмотреть с точки зрения МВЦА, конечно, я уже говорил, что мы разработали книгу положений о зеленых бондах, там предел 500 тысяч для проекта. Если ваш проект не превышает эту сумму, то добро пожаловать. Можно тогда выпускать какие-то зеленые облигации на нашей платформе? I think that this issue talks about the role of regulators, of how regulators should act. As I understand, you produce ecologically clean packages, which can they are not plastic bags, but they will never be bankable because it's difficult. It's difficult for your project to pass through the banking requirements until there would be regulations in place not to use the plastic bags in this country. And we're talking about bankable characteristics of the project. So we need to find a balance. Our population is not rich
to undertake any, for instance, reforms. People say, let's do something, something in terms of improving, so the life in Kazakhstan will be much better, and then to pass over to something. Do something else, but just to promise that there would be bright future in the past, in the future is not enough. We must think about the source of funding, and it's always a problem. We wanted to create some auction systems or whatever. I always say, okay, we shall create the most effective system on green energy quoting platform, but don't forget that in the world we have other investors. We cannot rely only on green boards. You need to understand that investors will come only to get profits, and the green bonds are also based on getting some profit, but not on something else. And that's why the balance must be reached between the governments, private investors, international investors. Я думаю, что на этом уже можно завершить, потому что это бесконечные дискуссии, а у нас недостаточно времени. Конечно, это очень интересная дискуссия. Я надеюсь, вы получили удовольствие от нее. И надеюсь, что мы обсудили с вами какие-то вопросы, которые тоже возникли для обсуждения в следующий раз. Но большое спасибо всем вам. Спасибо спикерам моей панели. Я думаю, что мы получили удовольствие. Спасибо.